Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Уши у этих животных многофункциональные, с помощью них они не только слышат, но и общаются, передают свое настроение и даже регулируют температуру тела. В этом выпуске мы расскажем вам о кроличьих ушах, а вернее об особенностях слуха кроликов. Уши – важная часть тела кроликов. Даже при малейшем поражении слуховой системы эти животные не могут нормально существовать. Они теряются в пространстве, перестают полноценно воспринимать мир и лишаются возможности нормально общаться с сородичами. Что делает слух таким важным для кроликов? Каковы его главные особенности? Давайте разбираться. Кролики воспринимают высокочастотные звуки, которые человек не слышит. Если люди воспринимают звуки в диапазоне от 16 до 22 тысяч Гц, то кролики обладают диапазоном от 16 до 33 тысяч. Более того, чаще всего кролики общаются между собой именно с помощью высокочастотных звуков, которые человеку воспринять не под силу. Кролики могут двигать ушами по направлению к источнику звука, чтобы лучше воспринять его. Исключением являются только кролики с нестандартной формой ушей породы баран. Если оба уха кролика направлены в сторону источника звука, значит последний сильно заинтересовал зверька. Если поднято только одно ухо, звук не сильно интересен животному. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Кролики способны различать оттенки звуков и их резкость. Они без труда отличают, например, агрессивные звуки от нежных и спокойных. Именно из-за острого слуха кролики сильно пугаются неожиданных резких звуковых сигналов. Кролики используют свои уши не только для того, чтобы различать звуки. Глядя на уши кролика, можно понять его настроение. Прижатые к спине уши животного свидетельствуют об испуге. А если такая ситуация возникает при общении одного кролика с другим, это значит, что кролик с поджатыми ушами показывает свое подчинение другому сородичу. Кроме этого, кролики регулируют температуру тела с помощью своих ушей. Уши кролика очень хорошо снабжаются кровью. Если кроличьи уши теплые, значит кролик избавляется от лишнего тепла. Если кролику холодно, он прижимает уши и тем самым уменьшает поверхность, отдающую тепло. Таким образом, он экономит энергию. Да уж, сколько интересного таит в себе кроличий слух. Помните о перечисленных особенностях, общаясь с маленькими ушастыми зверьками. И тогда многое в их поведении вам станет более понятным. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!